И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. World Window — это самая масштабная, бесплатная, многопользовательская, кросс-платформенная, вводенная онлайн-игра для ПК. Игра доступна для Windows и Linux, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S. Игра посвящена боевой авиаж, войне техники и флот. Игра доступна о больших времен, самых важных войн и конфликтов, начала 20 века и до наших дней. Авиаж. Наземные силы и флот сражаются вместе в одном бою, как это и происходило в начале сражения. World Window основан на комбинированных боях в воздухе, на суше и на море. Это единственная игра, которая объединяет все три вида боя в одной игровой сети. Более 2000 детально созданных моделей боевых самолетов, вертолетов, кораблей и бронемашин на гусеничном и колесном ходу. Игрокам доступна не только популярная военная техника СССР, Германии и США, но и стран с меньшими вооруженными силами или менее заметными в конфликтах, такие как Италия, Франция, Китай и Швеция. Три режима игры — авокадный, реалистичный и симуляторный. Периодически большие обновления, добавляющие в игру новую технику, карты, миссии и наши. Что карт, представляющий главные театры боевых действий в истории 20 века. Десятки многопользовательских игровых режимов и регулярных внутриигровых событий. Впечатляющая графика, аутентичные шелуки и прекрасная оркестровая музыка. Важный контент для одиночной и совместной игры, исторические и динамические кампании, отдельные миссии, редактор миссии, поддержка пользовательского контента. Скачивать и устанавливать игру по моей ссылке и начинай сражаться. Предложение действительно до 30 ноября, так что успей скачать. Всем привет, с вами снова я, Black Falcon, и сегодня смотрю бой, который придет 20 ноября. Я на бой вижу Женебеком Алим Ханулы и Хасаном Недам Джекамом. Сам уже готов. Сервис на 30 позже Алим Ханулы, и я должен идет с победу нокаутом в 6-м раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также повторюсь, что прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, выразить свое мнение по бою в комментариях и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Все это очень помогает развитию канала. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию можешь поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем наш трансляж. И первым на рынке выходит Женебек, казахский стиль, Алим Ханулы. 10 боев, 10 побед, 6 из них нокаутом и ни одного поражения. Постепенно Алим Ханулы повышает оппозицию. И вот за второй бой подряд он поводит с экс-чемпионом мира. А вот выходит и его оппонент, Хасан Недам Джекам. Шовок для боя, 38 побед, 21 нокаутом и 5 поражений. Нам представляют боксеров. То есть ошибательно напомним ваше право, и мы начнем. Первый раунд, погнали. Попадает Алим Ханулы, Джекам отвечает. Попадает Хасан и сразу клинчует. Беру вашу паузу.
Атакует ножикам. Мимо. Попадает сейчас. Фаншушки. Бендеж. Рашмен. Снова обменяюсь буксеру удавами. Дальше он мужикам. Адам Хануды отвечает. Мимо. Пока очень осторожно начало. Поединок с собой боксер, попал в ножикам, Адам Ханурлы ответил. Неплохо. Попадает снова казашка и боксер. Мимо. Попадает Адам Ханурлы. Неплохо. Снова попадает Дженни Бэк. Вашмен. Мимо. Попадает ножикам. Неплохо. Ножикам отвечает. Вашмен. Мимо. Первый раунд же вошел, и он за Адам Ханурлы. 10-9, Дженни Бэк ведет. И у нашего раунда номер 2. Мимо. Попадает ножикам. Но пока именно тактическое превышение идет у нас с вами. Попадает фаншуш. Вашмен. Попадает ножикам. И снова попадает Хашан. Отвечает Дженни Бэк. Вашмен. Попадает Адам Ханурлы. Staying away from those headshots with his defense up top.
попадает мужикам. Арлем Ханулы отвечает. Вашмен. Снова обменялись боксеры ударами. Попадает ножикам. Мимо. Вашмен. Мимо. Помахивает Шалем Ханулы. И второй товар ножикам забивает его в копилку. Счет шарочноварным, 19-19. Поактивнее, да поточнее в этом раунде был французский боксер. Don't let him get discouraged, because even though he's not going to say nothing, in his head he's starting to get discouraged. Just say to him, hey, listen, you're going to catch him, let's shorten him up a little bit, and you know what? He's moving his head, so go to the body, because now you're going to hit him a little in the body, because the body's not moving. И у нас раунд номер три. Вашмен попадает Арлем Ханулы. Мимо. Мимо. Попадает ножикам. Вашмен. Снова обменялись боксеры ударами. Попадает ножикам. Арлем Ханулы отвечает. Неплохо. Вашмен. Мимо. Halfway through this round here. Попадает Арлем Ханулы сейчас, ножикам защищает. Но бой пока брылышкой. Мимо. Попадает Арлем Ханулы. Неплохо. Махивает Арлем Ханулы. Вашмен. И третий раунд уже с Женни Беком. Сейчас же ночью 29-28 в его пользу. Keep it up. Just keep doing what you're doing. Look, you're
standing straight up. Move that body. You need to move that body more, right? Don't worry about it. Get in your rhythm, okay? I want to see more jabs. I want to see more jabs. А в нашем счетовоксе 327 в его пользу. И у нас вау номер 4. А пилокот походит у Женебека. Неплохо. Снова попадает Алим Ханулы. Now he has a chance to fall on the jump something back at him a little. Keep working the jab. Good, good. Mima. Берет большую паузу. Попадает Алим Ханулы. И постепенно же Женебек становится поактивнее своего оппонента. Мимо. Попадает ножикам. Мимо. Thing to stand toe to toe. It's another thing to never even move. You gotta show some movement. Maybe. You know, if he falls down, everybody in the world's gonna know that he let himself fall down. He gave up. But there's different ways, different phases of giving in. And this might be one of those phases. Неплохо попался Женебек. Right well. Мимо. Попал Алим Ханулы хуком. А пилокот. Ну и чё отвал за казахским боксёром? Всё равно 439-37 в его пользу. Right here that seems pretty obvious to me as we come to the end of that round here. This fight is going to be a brutal display as long as it lasts. It's kind of like going and watching that home run contest. Nobody's trying to hit singles or doubles. You know they're all going for the fences. Just keep working and this is your fight. Don't get lazy out there, all right? Just don't get lazy. You're winning this fight. Listen. И у нас вау номер 5. Another round, will it go in another one-way direction? It's been a one-sided fight so far tonight. Попадает ножикам. Алим Ханулы точно. Мимо. Точно снова казахстанский болеж. Мимо. Алим Ханулы попадает. По ковшу побивает Женебек.
tried to nab him up top, but was unable to connect. Помахивает что-то мужикам. Still plenty of time to work here in round number five. Minute and a half to go. Blood showing us that defense is also very much part of his game. Yeah, it is. Not only to avoid punches, but actually to even set up offense. You know, it make you miss. Попадает мужикам. It creates opportunities to hit you. Точно, Адам Канурлы. Мимо. Точно, опять же, Женебак. Мимо. И пятый талант Адам Канурлы забивает свою позже. Таким образом, после первого раунда боя он ведет со счетом 49-46. Посмотрим, что же будет во второй половине боя. И у нас вал номер 6. Попадает на ЖК, Адам Канурлы отвечает. Точен, Хашан, Женебак отвечает. Неплохо. Вашмен. Does it help to have the speed that he has? Sure. Anytime you have speed and you can put it into the equation where whatever you're doing, it has to be technically right, but now you put speed, you're doing it even better. You're doing it at a higher level. Да, это ковшу мужикам. Апперкот. Oh, he just misses with that headshot. Мимо. Не, не мимо. Показал сначала, что удар мимо пойдет, но не промахнулся Женебак. Ножикам точен. Мимо. Помахивается ножикам. Мимо. Not able to land the headshot. Керлинич. And now just wasting everybody's time holding on. Рашмен. Точен Адам Канурлы. Мимо. Ножикам точен. Just created enough space and then landed the counter punch. Look like the will of the wisps, the old great Willie Peck. Мимо. Made him miss, made him pay. Keep working the jab. Good, good. Попадает на ЖК.
block. Мимо. Неплохо попался Алим Ханурлы, ваш мен. Опять вот очень же не бэк. Мимо. И со шоколадом Алим Ханурлы забивает Шука Пил. Вернее, блин, счет получается у нас таким образом 59-55. Кстати, за счет концовки, на мой взгляд, Алим Ханурлы забрал этот раунд. Много я подтупливаю сегодня, к сожалению. Я бы хотел отдать раунд мужикам, а потом все-таки из-за концовки решил отдать Алим Ханурлы. И у нас раунд номер 7. Неплохо. Точно Алим Ханурлы. Мимо. Попадает мужикам. Снова точно мужикам. Тут Алим Ханурлы, мужикам отвечает. Ваш мен. Йорбук шел в паузу. Попадает фаншуш. Неплохо. Мимо. Halfway through the seventh round. Помахивает Алим Ханурлы. Мимо. Clearly committed to the strategy of footwork, of movement. Of staying away and staying out of trouble. Rushman. Those tires, and he's making sure that he's using them. He's spinning them around that ring. He just has to make sure that he doesn't. Как уже подустал. Он шут. Неплохо. Да, с мужиком. Клинч. Well, that was his intention, and that's what he's doing. Not engaging in the fight, but clinching. Focus, relax. Ваш мен. Точно. Кашан. Coming towards the end of the seventh round, 10 seconds to go. Неплохо. И седьмой раунд уже мужикам. Счет у нас 68-65, позже уже не бэк. You're making this hard. А он сейчас живет 69-64, хуже Алим Ханурлы, и у нас раунд номер 8.
This has been just a fine display of boxing. And that's what it should be about. I mean, if you go to the ballpark, everybody likes to see Клинч. I know. But the teams that win the World Series usually... Попадает ножикам, а Лимканулы отвечает. Half defense, keep you off balance a little bit. They're the ones that are going to the championship. This guy understands what's important. Мимо. Frustrating his opponent with great defense. Дурбок сделал паузу. Точно, Алимханулы. Мимо. И точно ножикам. Опять попадает Кашан. Мимо. Попался наш казахстанский блокшоу. И точно ножикам, в свою очередь. Nicely, апелкот. Клинч. Мимо. Рашмин. Not hitting his mark there, going upstairs. Да, это Лимканулы. Ножикам отвечает. Мимо. Помахивает Шайлин Ханулы. Точно, Женни Бэк. Мимо, ножикам шучает. И в шарке вашего ваут минимально же Женни Бэк. Все же начал 78-74 в его пользу. И у нас вал номер 9. Another round underway, but how many more will we see? You get the sense this fight could be heading towards a stoppage. Вода это Лимканулы. Точно же не бэк. Good exchange, he fires back. Неплохо. Мимо. Опять по Лимканулы ножикам отвечает. Неплохо. Мимо. Попадает Лимканулы. Мимо. Точно опять же Лимканулы. Мимо. One, two. One, two.
О, помахи лучше. Точно на ЖК. Адам Канула отвечает. Апеллый код. Мимо. Опа, Адам Канула. Точно на жукам. Мимо. Вашмен. А кто за нужикама? Клинич. Мимо. Вашмен. Last 10 seconds of the ninth round. И девятый раунд, на мой взгляд, все-таки уже на Жикану. Первый раунд, сейчас у нас 8-7, 8-4 в пользу Адам Канулы. Yeah, he has a great rhythm. I mean, everything's going right. He's like a great singer up there on the stage, hitting all the right notes, just sailing along. И у нас заключительный раунд. Вашмен. Точно, Женебек. Неплохо. Мимо. Вашмен. Мимо. Помахивает Шалим Ханулы. Точно, Алим Ханулы. Керлинич. Мимо. Опять попадает Алим Ханулы. Мимо. Да, это по ЖК и попадает Адам Канула и подрещен ЖК. Вот это да. Атакует Женебек. Мимо. Мимо. И у нас пошла последняя минута поединка. Точно, Адам Канулы. Вашмен. Точно, Женебек. Мимо. Side with the uppercut.
Попадает ножикам. Алим Ханурлы отвечает. Неплохо. Девяносто семь, Алим Ханурлы. Ждем судейского решения. Посмотрим, каким же оно будет. Что же решат судьи? И победу одерживает Женебек, казахский стиль Алим Ханурлы. Единогласное решение Шули. Счет Шули 99-90. Ножикам раздались 7-й вау. Что ж, давайте обратимся к статистике. Алим Ханурлы попал 146 ударов из 411 выброшенных. Ножикам же 161 из 477. У Алим Ханурлы 61 из 192 в голову и 85 из 219 в корпус. У его оппонента 64 из 216 в голову и 97 из 262 в корпус по раундам. Первый 19-19 по силовому 3-7. Второй 14-18. Третий 13-18. Четвертый 13-13 по силовому 3-2. Пятый 12-7. Шестой 16-15. Седьмой 9-23. Восьмой 11-15. Девятый 17-16. И финальный 22-17. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пройдет этот поединок, а с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Шипарик в ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можешь поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем пока!